Итак, дорогие мои зрители, мы с вами отправляемся дальше путешествовать по Хорватии. Мы побывали в городе Трогир, Сплит. И теперь мы на пароме, на катамаране отправляемся на самый большой остров Хвар. Остров Хвар считается самым теплым, солнечным островом Адриатики. Вы только представьте, солнце здесь светит 349 дней в году. Нам бы в Москве такое. Вот наш паром, ну его называют вообще катамаран. Ходят два вида судов. Это паромы, там где и люди, и машины. И катамараны, где только люди. Вот мы сейчас садимся на катамаран. Как видите, здесь как на самолете на большом, такие же кресла. Цена билета. Я могу ошибаться, сами понимаете, цены имеют колебания определенные, курс растет и так далее. Значит, насколько я помню, нам билет обошелся примерно 800 рублей на человека на катамаран. На паром, если бы мы плыли на пароме, это бы стоило примерно 500 рублей. На катамаране ехать до острова Хвар примерно час с небольшим. А если бы мы поплыли на пароме вместе с машинами, то это было бы порядка 3 часов. Поэтому выбирайте сами. Так как у нас очень напряженный маршрут, время на вес золота, то, конечно, мы поплыли на катамаране. В 9 утра примерно отправился наш катамаран. Единственное, что здесь мне не понравилось, что не было ни одного места, где было бы без окна, чтобы можно было поснимать. Вот как видите, приходилось снимать вот через такие стекла, которые не очень чистые. И вот вдали показался остров Хвар. Очень красивый остров, очень древний город сам Хвар. Но об этом будет рассказ в следующих моих фильмах или фильме, о которых я расскажу уже непосредственно о городе Хвар. Наш корабль причалил, мы вышли и сразу почувствовали, ну, градуса на 2-3 точно, здесь было жарче. Не уходите далеко, наше путешествие продолжается.